Сегодня готовим аппетитные биточки в слоеном тесте с кремом из зеленого горошка. Для крема добавляем в густой сливочный сыр и щепотку сушеного чеснока, ароматный базилик и отварной зеленый горошек. И с помощью блендера превращаем в пюре. Раскатываем слоеное тесто. В центр кладем столовую ложку крема из зеленого горошка. Затем сливочный биточек торговой марки Троекурово. Эти нежные небольшие биточки, приготовленные из натурального охлажденного мяса птицы, придутся по вкусу всей семье. Накрываем их ломтиком плавленного сыра, защипываем края теста и отправляем в духовку на 25-30 минут. Подаем всю эту красоту с кремом из зеленого горошка и свежими овощами. Приятного аппетита!